Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Элиты самарского спорта в этом году подпишут контракты с новой спортивной организацией пока на один год. Центр подготовки сборных команд 63-го региона сейчас готов сотрудничать с 54 с мастерами, хотя бюджет рассчитан на сотню. Зарплата спортсмена будет складываться из таких составляющих, как базовый оклад, и дальше будут накручиваться стимулирующие надбавки за спортивное звание, за успешное выступление на всероссийских соревнованиях и международных чемпионатах Европы, мира, ну и Олимпийских игр. Финансировать новую государственную спортивную структуру будет областной бюджет. Все деньги пойдут на подготовку спортсменов. Средняя зарплата вырастет до 50 тысяч рублей. Это в несколько раз больше, чем сейчас они получают. Поездки на соревнования, спортзалы и оборудование, экипировка и форма, фармакология достанутся чемпионам бесплатно. Выбор, где готовиться к соревнованиям, остается за спортсменом. У нас существует гандбольная школа, и нет необходимости на сегодняшний момент оттуда забирать с подготовки спортсменов, которые так планомерно расписаны на весь олимпийский цикл. Поэтому это, скажем, организация, которая будет взаимодействовать кластерным подходом со всеми организациями спортивной подготовки нашего региона. Центр подготовки спортсменов сборных команд получит в управление крытые стадионы в Самаре. Это «Динамо» возле Дома молодежи, «Орбита» на Нововокзальной, «Маяк» в районе метро «Юнгородок», «Южный город» и «Лагерь Радуга» в Красноярском районе. А это бассейны, игровые тренажерные залы, хоккейные площадки. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.